Всем привет, друзья, с вами Нильфгорн, и мы продолжаем выживать на нашем поезде и узнавать, что же происходит в этом мире, и что-то очень странное закрыто. Ну ладно, окей, окей. Жутковатенько, знаете ли. Что-то... Ага, все, понял, как заряжать, теперь все понятно. Пусто. Как так? Пусто? Да чтоб да, ребят, ну серьезно. Ага, окей. Сообразил стекло разбить. Это хорошо. Так, давайте перезарядимся, и можно вот зарядить. На! Сразу с первого удара. Единственное, что он перезаряжается, да, вот долго. Так бы все отлично было. Вот единственное, что он перезаряжается, конечно. Так, лифт у нас здесь есть. И давайте возьмем. Оп-оп-оп. Ну, как-то вот так вот. Окей. Отлично, унитаз, это очень хорошо. Так, и, ну, наверное, как-нибудь так. Стоп, это... Стоп. Это, наверное, не лифт был все-таки. Да. Это был шкаф, да. Я все, значит, правильно сообразил. Так, окей. Можно... Я вот... Ну вот... Ну ладно. Понимаете, что здесь... Эх. Ну ладно. Нет, я не хочу, я подожду, я не хочу тратить патроны, серьезно. Эй! Блин, вот это жестко было на самом-то деле. А почему он не умер? То есть, еще мне, понимаете, три удара пришлось все равно нанести в любом случае. Ну, вот это печально, конечно. Ну ладно, окей. Вот это вообще с трех ударов выстрелов только убирает. Я не представляю, что нужно будет сделать, чтобы он умер с руки. Дорогая Марта, комната в общежитии оказалась намного меньше, чем я ожидал. Здесь буквально нет ничего, кроме стола и дивана. Возможно, у меня получится ночевать в офисе. Нужно просто немного потерпеть. У моего соседа гигантское окно в ванной, и все видят, как он моется там. На кой черт? Это вот про это окно, скорее всего, говорили. Окей, окей. Так. Верни мою ложку. Все в общежитии знают, что ты их воруешь. Господи. Тут вообще, тут просто... Ложка 7 баксов, да. Окей. Таблетки, ложка. Еще 12 баксов. Притом это дешевую ложку он еще своровал. Эй. И что мне с ним делать? Серьезно. Серьезно. Хорош. Понятно. Да, ну... Все, понятно. То есть надо было сбить. Окей. Вот это жестко сейчас было. Двоих одним ударом. А? Каково? Так, здесь вроде бы ничего нет, но странно, что ничего нет. Так, перезарядимся. Батарея? Батарея. Ну, наверное, я все-таки ее должен кидануть в кого-нибудь, скорее всего. Ну, как я так промахнулся, я не знаю. Первый раз. Патроны вообще не экономлю, и батареи нет. Батарея, она как раз-таки для чего-то нужна, ребятки.
тряпки, патроны. Ах ты ж зараза, а! Окей. Ключ. Ну, в любом случае придется так вот делать. Так, здесь у нас пароль, окей. Одежда и выход. Давайте мы сожрем аптечку. Что-то уж как-то жестко, да? То есть страшновато, честно говоря. И куда аккумулятор-то? Серьезно, вот куда аккумулятор? Я пока что не придумал. Но давайте сейчас еще спустимся вниз и... О боже! Ты, кто ты? Там что? Оу, хорошо. То есть понятно. Жил-был король в одной стране. Жил-был однажды в одной король, который жил в одной стране. Короче, писатель здесь у нас прятался. Объясните мне, пожалуйста, зачем нужна батарея? Серьезно, вот я не могу додуматься, куда и для чего нужна батарея. Я сейчас подумаю, наверное, за кадром. Ну вот, ребят, собственно, сюда и батарею нужно было включить, чтобы включилась вся эта система, я так понимаю. 8, 2, 3, 7, окей. Писатель, конечно, то есть он не заметил, как апокалипсис начался, и он типа писал. Ну, на самом деле, у меня вот есть писатель знакомый, он тоже говорит, ну как писатель, одну книжку он написал, но он говорит, когда я пишу, я забываю все вокруг, так что... Не вижу, точнее, ничего вокруг. Так, 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 тут чувак мешается. И пусто. А как скрафтить-то? Мне сказали, что здесь можно скрафтить, но скрафтить никаким образом не получается. Перезарядка, выстрел, приклад, сменить оружие. И ничего такого нету, но... Ладно, окей. Еды нету больно-таки. А, может быть, здесь как-нибудь можно скрафтить? Вот, вот, аптечку создать, давайте. Точно, точно, вот, нашел, где... Где Не успел я. Не успел чувака вылечить. У нас только вот с голоду умирает. Так, теперь, значит, понятно, как оно все делается. Простите, но я не смотрю телевизор. Что, блин, отговорить от пропаганды. То есть, ладно, окей. Так, еще нужно еду одну. Что-то нас проголодалось очень серьезно. Блин, потерял одного человека, это, конечно, печально. Ай, я даже не успел. Ну ладно. А, кстати, можно перезапустить уровень? Давайте попробуем перезапустить уровень. С какого момента это начнется? Да-д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 а. Давай-ка, давай-ка. О, быстрее, 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 быстрее. О, хорошо, чувак, хорошо. Парень, ты не слышал, есть какие-то новости. Эй, простите. Так, 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 так. Что, что, что происходит? Голод, девка голодает. О, боже мой. Нет. Вот так вот, еду нужно. Опять этот умирает. Да что ж с тобой творится? Нет, он при том еще как бы держится, но нормально как бы. И здоровье у нее очень слабоватое. Но он еще держится, здоровья не будем. Воу-воу-воу-воу-воу. Тут очень все плохо, кстати. Думаешь, что первого посещения не было? Я такого не говорил. То есть они, ну они, то есть было. Рассуждают, понятно. Мне нужно видеть доказательства, чтобы поверить во что-то. Разве что нелогично. Разве это нелогично? Предатель. Окей. Здоровье. Ну давайте потерпим, наверное, тогда. Нас становится слишком много. Ты шутишь? О чем ты вообще? У нас и так мало еды с каждой станции. Давайте скрафтим еду еще, наверное. А еду я не могу крафтить, ребят. А с едой-то проблемы, с едой-то у нас беда. Я ничего не предлагаю, я только говорю о фактах. Вот не люблю такие, вот всегда найдется в команде нытик, нужен врач. Давай, 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 давай.
Чувак, живи! Слушай, я очень рада, что не ты командуешь этим поездом. Все, давайте, приезжаем, приезжаем. Все, хорош. Ух! Это жестко, но то, что переиграть можно с того вот момента, как начинается как бы уровень, это круто. Ладно. Здесь вроде бы, по крайней мере, на первый взгляд, более так все цивильно, да? Ну, по крайней мере, каких-то развалин нету. А вот здесь никакого аккумулятора не нужно было, ну ладно. Нет, опять у нас трупы, ребят. Блин, пусто, да что ж творится-то? Джон, похоже, я забыл код у себя дома, скоро вернусь. Пс. По скриптам, если прибудет поезд из Элиды, у него большая стоянка, я должен успеть. Так, понятно, в общем. Забили просто чувака. Так, где... напомнить Марку, чтобы он не забыл код от блокиратора. От блокиратора. Немножко заболтался, вы меня уж надеюсь. Простите. На! 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 Умри! Умри, сказал! Кровище! Смерть преследует меня! Так, стул пока не будем брать. Окей, понятно. Понятно, понятно. Окей, нормально. Так, здесь мы сейчас глянем, кого, что, зачем, почему. Опа-опа-опа-опа. Смотрите, он вообще дерзкий. Теперь остается как-то... Ух. Нормально все, ребятки. Так и задумано. Еда. Ура! Наконец-таки еда. Ложка. И мне бы побольше, на самом деле, еды. Вот серьезно. Можно, может быть, ее как-то можно добывать, а я просто об этом не знаю. Ложка опять. Угу. На. Так, а внизу там... Ну, здесь закрыто, да, по-моему? Да, закрыто. Ключей у меня нету. Окей. Окей, окей. Без проблем. С ним явно что-то не то, да? То есть, вот вы видите, с ним явно что-то не то. Я... Оу. То есть, он меня все равно задел. Это какой-то взрывчатый был, короче. Блин, они еще и... Это жутко. Ну ладно, в броне, понятное дело. И как я тут должен это делать? Стоп. Серьезно, издеваетесь, что ли? Как я должен это сделать? Как-то так незаметно, что ли? Они явно на одну сторону не хотят перебегать. Ха. Ну, конечно же. Нет, я вот... Нет, не могу я пробить через пол. Окей, давайте куда-нибудь, ну, как-нибудь расходитесь. Нет. Хм. Ну, нужно по краям, когда они только по краям разойдутся, только тогда пытаться... Блин, не туда выстрелил. Ладно, окей. Окей, не будем торопиться. Ну, блин, я не знаю, как иначе здесь. Потому что других проходов нету буквально. Ху-ху-ху-ху. Так. Ну, в края, уходите в края. Есть, один готов. Один готов. Да, конечно, можно было спуститься и прям да-да-да-да-да, расстрелять их. Но вы сами понимаете, что как бы это не выход. Это серьезно не выход, и мне не хочется. Опять в разные стороны расходится. Угу. То есть, смотрите, в принципе, вот так вот как бы еще можно, да? И вот так вот, видите, он как бы здесь, да? То есть он на меня охотится, но не кушает. Окей, понятно. Давай, уходи.
Уходи. Мы тебя сейчас попытаемся убить ударом, то есть сэкономим патроны, попытаемся, по крайней мере. Так, отлично, сейчас откатится удар. И... Ну, как-то так только получается. Окей. Ого, навалили, навалили. Согласен. Очень хорошо пришло. Унитаз, ребят. Эй, эй, эй. Вот не в ту комнату я зашел. Вот серьезно, не в ту комнату зашел. Ну ладно. Ух ты. Что это такое? Серьезно, это что такое? Это какая-то граната, бомба. Ну, ладно, давай тебя так хотя бы убьем. Деньги. А, деньги, металлолом. Ну ладно. Блин, ну что ж такое-то? Унитаз же был. Ну, ну вот серьезно. Я прям вот очень недалекий. Вот... Ладно, я знаю, я не знаю Джейн, он все больше отдаляется от меня, постоянно пропадает в своем подвале, может он изменяет тебе? Мишель, ты где? Ау! Понятно, ну видно, что Мишель как бы уже скушена. Окей, так, что нас тут ждет? Может быть в помойке можно поковыряться? Нет, ничего такого нету и в принципе здесь даже и продолжать не стоит. Так, и он где-то в подвале, сказали, он будет, да? То есть здесь я смотрю, что-то никого нету. Ага. Вот пароль и... Как же он в подвале-то умер? И трупов здесь нет. Кто ж его сожрал-то? И здесь ничего. Как так? Почему здесь ничего нет? Ладно, так обидно немножко. Воу-воу-воу. Это что такое? Смотрите, какие-то картины, я не знаю, он рисовал втихую, что ли? Порох и люк какой-то подземный. О, а, это как бы обвалившийся проход, окей, он как бы рабочий, но обвалившийся. Вот это я сейчас... Мне спуститься, то есть я спустился, понимаете, ну как бы не специально. То есть, серьезно. Это сейчас было, блин, жутковато, серьезно. Так, мне нужно, интересно, я попытаюсь... Нет, не получится, да. Да, муторно получается, то есть мне придется с каждым бороться, прям таким. Ну, окей, окей, без проблем, конечно, но... Вы сами понимаете, что... Да почему не начал... Ах, ладно. Удар как бы набирать вот не начал. Ну ладно. Давай. Тут как-то, понимаете, при том, вот этот вот первый... Ладно, не будем торопиться, скоро вернусь. Ну вот как-то так, ребят. Пришлось потратиться патронами и аптечкой. То есть я попытался ударить, ну в общем даже не успел записать, ладно. Думаю... Не так уж и важно. То есть я вылез, начал набирать удар, ударил, и пока спускался, меня успели ударить. Прям у меня вот столечко жизни осталось, пришлось сожрать одну аптечку. О боже. О-о-о-о-о. Вот зараза, укусил все-таки. Жесть, то есть это завод, и он огромен, и у меня всего лишь, блин, получается 10 патрон есть. Здесь так долго будет. Ладно, когда они разойдутся, я вернусь. Хотя я подумал, вот думаю, жду сейчас, когда они спустятся, может быть... Ух ты, вот так вот как-то оно получилось, минус один. Ладно, хоть кинул именно в того, ну, кого убил. То есть, в принципе, я могу расстрелять вот с такого расстояния, я могу расстрелять их, понимаете, в чем фишка? Давай, как-нибудь умри. Не хочу я... Вот он страшнее всего. Он маленький, блин, зубастый. Вот
Он страшнее всего. Все остальные, в принципе, их кулаками можно забить. Еще как-то так попытаться. Но сами понимаете, что вот этот зубастый, он самый напряжный. Также, в принципе, я, конечно, могу сейчас... Ну, вот так вот как-нибудь сделать. Ну, вот как-то так давайте сделаем. Окей. Погнали дальше. Слава богу, что здесь взрывчатых не было. И потом у меня совсем... Совсем мало остается. Буквально 4 патрона и остается. Пусто! Ну как так оно вообще может быть, что еще и пусто что-то где-то может быть? Ну так нечестно, понимаете, ключ от цеха, окей. Окей, хотя бы так, окей. Нет, уйди, уйди. То есть мне его надо ударить. Вот сейчас, пускай он самый-самый дальний край уйдет. Вот только после этого я попытаюсь с ним подраться. Да что ж такое, то есть он спускается в любом случае, если я даже вниз не жму. То есть мне надо выбежать и сразу... Ладно, давай, отходи на самый край. Отходи, пожалуйста. Так, он вроде бы отошел. Давайте попытаемся. О боже, что я творю? Вот серьезно. У него же в голову нужно стрелять ему. Ах, что... Вот это... Это было очень жестко. То есть я прям на пределе прошел эту карту. Это жесть какая-то. 8-6-4-5. 8-6-4-5. Ну ладно, самое главное прошел. Но жизни, смотрите, прям тоже на пределе. Что же, поехали дальше в следующий город. Не знаю, это станция, поселение, как правильнее назвать его, я, честно говоря, не знаю, но окей. Тут все нормально, и у нас просто какая-то катастрофическая ситуация происходит. У нас голод очень многих. Так, давайте покормим чувака. Нам осталось... Я не успеваю еще и читать при этом. Ты о чем? Осталось до чего? Осталось жить. Это еще почему? Я много читал о первом посещении. Как и все мы. Смотрите, там такой... Я читал доклады очевидцев, к тому же наша семья переселенцы. То есть он еще и голодает. Блин, он больной и еще голодает при этом, при всем. Я на него очень жестко трачусь. Серьезно. Ближе к делу. Почему 2 дня? Потому что прошлый раз было так же. Оп-оп-оп-оп, со мной кто-то поговорить хочет, посмотрите. Оператор Гэри Лок. Я пишу по приказу военных. Ты уже близок к Нью-Кастлу. Почти там. Отлично. Тебе должна встретить местная бригада инженеров. Генерал просил передать, как отцепить груз. Покиньте город как можно скорее. Окей, 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 окей. Блин, тут поломка у нас. Черт. Да, блин, ну... Вот я так и знал, что я не успею. Давайте переиграем. Не хочу. Я хочу, чтобы он выжил. Вот серьезно. Я понимаю, что это жестко слишком. Я на него уже слишком жестко потратился. Но все-таки я хочу, чтобы он выжил. Так, аптечка нет. Не аптечка. Подстава сейчас, в общем, была очень серьезная мне. Так, давайте мы его, значит, тогда перед разговором мы его сначала полечим. Только потом будем разговаривать. Фу, осталось до чего? Ну, тоже тот же самый разговор. Мы сначала в лесу каком-то едем. Осталось жить. Это еще почему? Я читал доклады очевидцев. К тому же наша семья переселенцы. А, он еще и голодает же, да. Блин, ну ты, чувак, вообще мне очень дорого обходишь. Родители немного рассказывали о происшествии. Ближе к делу. Потому что в прошлый раз было так же, ну... Блин, вот... Вот смотрите. Сейчас я пойду разговаривать. Чего он, серьезно? А что насчет месяцев сражений? Это все... Блин... Вот... Вот... Так вот. И аптечка, 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 аптечка. Быстрее, быстрее. Я не успеваю, не успеваю, не успеваю. Так, теперь поговорить, поговорить, поговорить. Так, привет, давайте, быстрее. Давайте. Я пишу по приказу военных, бла-бла-бла, бла-бла-бла, почти там уже.
Блин, а там было еще можно было спросить, что внутри груз. Тебя должен встретить местный генерал, просил передать. Как отцепите груз, покиньте город как можно скорее, хорошо. Гери, вне сети. Так, окей. Опять он у нас погибает. Но предупреждаю, чтобы это был последний раз. Это о чем он? Мой президент Вернон Уайт не для того отстраивал эту страну с нуля, чтобы поганые переселенцы сочиняли тут сказки. Ладно, хватит. Там еще. То есть я на него деньги трачу, а он еще и выпендривается. Блин. Так, и получается. Стоп, мы. То есть это не конечная Блин. Стоп, с чуваком явно что-то не то, посмотрите. С ним явно что-то не то, и это меня пугает немножечко. Фух, ну что ж, на этом я буду заканчивать. Продолжим уже в следующей серии. Я не представляю, как я буду дальше. У меня один патрон, у меня ни еды, ничего. Всем всего, удачи и пока.